проведения пудинков, фортификации одноменных тракторов посредством технологических машин. Значит, основным объектом изучения являются теоморфизмы, удовлетворяющие обслуживание А замкнутых костей, рода больше или равно 20, значит, напомню, основные определения. Аксиома А была длина square, удовлетворяет аксиоме А, если неблуждающее множество гармоничны и периодические точки наполнения неблуждающими. Гармоничность, напомню, элементы множества означает, что существует разложение касательно расстояния определенную сумму, варианты относительно годы, такое, что вектора слоев специальной кости отжимаются относительно производные, но устойчивые специальные быстро снимаются относительно производных. В первом определении WM и NW это, наверное, одно и то же. Да, это одно и то же. Значит, некая предыстория к рассматриваемой задаче. С Майлом было введено понятие так называемого derived from anosov теоморфизма. Значит, строится он каким образом, рассматривается аносовский феоморфизм двумерного тора заданной матрицы Лефа 1.1. После этого делается хирургическая операция, которая стоит в том, что в окрестности начала координат дается маленькое излучение, которое превращает светлобую неподвижную точку в неустойчивую, и после этого у такого отображения появляется уже два базисных множества. Одно — это неустойчивая точка периодическая, а второе — это одномерный аттрактор, который устроен так, что он локально можно кантеровским множеством на отрезке. Ну вот, на картинке можно видеть, значит, численно, как этот аттрактор выглядит. И, да, особенность этого аттрактора в том, что дополнение к него состоит ровно из одного открытого числа. Вот все, что вот белое на этой картинке, это есть как раз вот ровно один открытый диск, вот он так размазан по всему тору, начинает побольше, дальше меньше, меньше, мы так вот бесконечно мотаемся. Вот, значит, следующий слайд. Значит, в работах Вячеслава Зипуновича было показано, что если мы рассмотрим антифеоморфизм, у которого есть просторно расположенное совершенное байсинное множество, то тогда такой феоморфизм обязательно был сопряжен аносовскому, который действует точно так же, значит, объясним самое определение. Во-первых, совершенность означает, что дополнение до данного байсинного множества состоит из конечного числа открытых дисков. А просторная расположенность означает, что если составляется из устойчивых многообразий точек базисного множества замкнутые кривые, то вот такие замкнутые кривые не должны образовывать петель гомотопных рулей. Значит, вот это вот условие, оно запрещает аттракторы Плытина. Вот. Ну, вот. И, значит, как я сказал, в том, что любой такой физм, который из собой байсит множество, он был сопряжен со мной. Ну, а значит, на то, на то. Значит, это не факт. На то ли нет. Значит, вот эта информация о полусопряжении, она помогает получить логическую классификацию таких байсных множеств. То есть, что делается? Значит, нужно посмотреть. Значит, пусть у нас есть два феоморфизма с красноторе, с просторно расположенными совершенно байсными множествами. Значит, мы, раз мы берем гомотопные и аносовские феоморфизмы, берем полусопряжение, значит, смотрим, что при этих полусопряжениях изменится, и вот два таких феоморфизма сопряжены на байсных множествах.
тогда и только тогда, когда значит, существует морфизм, спрягающий уже аносовские, и при этом он должен переводить вот то, что склеилось, вот то, что спряглось. Вот, следующий слайд. Вот, значит, Жирову и Блыкину было обучена хирургия Смейла на случай уже псевдоаносовских гемофизмов, которые известны, бывают на замкнутых поверхностях рода больше или равно. Тут на слайде приведено определение псевдоаносовских гемофизмов, у которого есть два трансверсальных слоения с общим конечным числом особенностей. Так вот, что все особенности имеют седловой тип, и, кроме того, еще должны существовать трансверсальные нервы, такие, что, значит, если мы берем дугу трансверсальную одному слоению, она сжимается под действием, а трансверсальным дугом слоением она растягивается. Ну, относительно вот этой меры, конечно. Вот, так, следующий слайд. Вот, значит, здесь на картинках представлены особенности псевдоаносовских гемофизмов. Вот это вот, значит, слева седло с 6 сепаратрисами, справа седло с 8 сепаратрисами. Вот, и можно тоже применить хирургию Смейла и тоже сохранить тогда некоторое майсное мышцы. Следующий слайд. Вот, значит, если мы применим эту вот хирургию к седлу с 3 сепаратрисами, то тогда получится вот тогда значит, получится базисное множество на рейнджере уже, выполнение до которого состоит из одного диска, и вот, вот тут уже три таких вакуны, они вот так бесконечно всему тору, ну как в случае драйв-промонозов. В случае драйв-промонозов, там, снижение вот. Ну, вообще говоря, раздувать можно все заносы не только особенности, но и обычные периодические точки. Значит, если применить обычную периодическую точку, то получится диск, который вот, похож на тот, который возникает в драйв-промонозе. Вот, можно. Более конечный. Вот, ну и пусть теперь у нас задача. То есть теперь мы рассматриваем вот такой. У нас есть крендель, есть аксиоморфизм этого кренделя, у которого есть просторно расположенные совершенные поиски. Ну, видите, любого рода. Любого рода лучше. Крендель называется двумя двумя, как клюв. Давно, просто поверхность будет больше. А байсное множество одномерное? Да, байсное множество одномерное можно описать на слайде. Да, еще. Вот, значит, если дается такое определение совершенности, то из него уже непосредственно следует одномерность. Нет, совершенно здесь. Совершенное байсное множество, если оно выделено так, что дополнение к него это конечное число открытых дисков, то оно автоматически получается одномерно. У тебя так слышно, что одномерно называется совершенно. Ну, можно обобщить это. То есть можно не требовать. Одномерность можно не требовать. Одномерность можно не требовать. То есть дополнение диска, то есть оно. Да. Вот, значит, типологическая классификация таких байсных множеств была получена Мунчем Гриммсом, но получена она была на языке действия фундаментальной группы компактного носителя, то есть совершенно другими методами, отличными от Тора. А вот в настоящей работе хочется применить те же самые методы, которые использовались для Тора, для поверхности роды больше или равны. Больше или равны.
Так, ну, основным инструментом работы здесь является плоскость лобачевая, универсальная накрывающая. Значит, если мы на поверхности ведем метрику состояния лица или кривизны, тогда считаю, что является универсальной критикой плоскости Лобачевского, и сама поверхность изоморфна пространству универсальной накрывающей по дискретному подругу. Вот, если мы поднимем наш метеоморфизм на универсальное открытие, то тогда мы можем определить, что значит, что он гиперболически действует в фундаментальной группе. Для Бора это делается просто, там уже просто матрица, то есть мы считали собственные значения, нет, по модулю равным единице, значит, действует гиперболически. Тут же определение вот какое, значит, рассматривается индуцированный блок F с чертой здесь простой, последующий формуле, если вот так, такое выражение написать, это легко проверяется, что это автоморфизм фундаментальной группы, ну, на самом деле группы движения, но они не происходят. Вот. И он называется гиперболическим, если значит, вот при каком n выполнено такое равенство. Значит, эквивалентно это можно все сформулировать и на самой поверхности. Там бы это означало просто, что никакая кривая не переходит в себе гомотопную, ну или сопряженную. Гиперболическую. Да. Значит, пусть у нас теперь есть теоморфизм, по поверхности разделения в совершенном простом расположенном пальцем. Множеством, тогда можно доказать, что действие фундаментальной группы у него гиперболическое. Значит, основная идея доказательств стоит в том, что чтобы построить геодезическую ламинацию, соответствующую данным фазам, нужно приводить с помощью него. Значит, из теории Нильсона-Хёрстена следует, что если у нас действие фундаментальной группы гиперболическое, то тогда в данном гомотопическом классе существует псевдоаносовский гиперморфизм. Следующий слайд. Вот. И, значит, можно тогда доказать вот результат о полусопряжении. Значит, пусть у нас есть антиморфизм, на самом деле, площадь 2, совершенно просторно расположенный пальцем немножечко. Тогда существует непрерывное выражение гоматопической характеристики, такое, что оно сопрягает данный теоморфизм с гоматопным псевдоаносовским и отображает значит, множество устойчивых геоморфизмов на устойчивые свои псевдоаносовские, устойчивые геоморфизмы на устойчивые свои псевдоаносы слова, и он инъективен почти везде, кроме значит, конечного числа неустойчивых разнообразий, ну неустойчивых, если это если данные множества есть, да, вот, которые являются неустойчивыми многообразиями граничных периодических точек. Вот, значит, вот на картинке представлено полусопряжение, то есть у нас вот здесь два схематичных дополнения, да, два открытых лица, вообще, конечно, картинка правильная. Надо еще раз. Надо, да, нам надо еще одно особенно нарисовать. Вот, значит, вот неустойчивое многообразие точек P1, P2, P3, специальные точки P1, P2, P3, P1, все склеиваются, а вот неустойчивое многообразие в этом красном неустойчивом слое особенности P1 данного морфизма. Ну, а вот что касается того, что нарисовано справа, то есть там пополнение, значит, достижимых при границе, справа она состояла из только из двух неустойчивых многообразий. Точки неустойчивых многообразий, точки P4 и P5, они перейдут в обычную периодическую жидкость.
следующий слайд. А, значит, вот множество всех таких периодических точек видов У2, у которых прообраз состоит ровно из двух точек, ну, прообраз в силу сопряжения, мы назовем отмеченными точками. И основным результатом работы является следующая теорема. Вот у нас есть два себя матриза удовлетворяющая с совершенно непростой расположенными квадратами, тогда эти дифеоморфизмы сопряжены на данном базисном множеством, тогда и только тогда, когда существует гомеоморфизм, переводящий гомотопные сопрягающие гомотопные псевдоносические гомеоморфизмы, и при этом он еще должен приводить множество отмеченных точек от одного, может, отмеченных точек. Так.